Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Следующий видеообзор у нас сорт перцевидный. Это очень популярный сорт с мясистыми и сладкими плодами перцевидной формы, но небольшого размера. Они красного цвета и массой всего 80-100 граммов. Плоды практически не содержат жидкости и они такие малосеменные. Они, в них много мякоти. Сорт универсального назначения, он очень урожайный, его можно и просто кушать, и для засолки. Конечно, многие такие сорта мелкоплодные выращивают в основном для цельноплодного консервирования. Сорт среднеспелый, и он сейчас вот в это время в теплицах уже поспевает. Растение индетерминантное, высокорослое, это значит, что требует и подвязки, и посынкования, и всего, что связано с индетерминантным ростом. Плоды, вот я уже говорила, такие ярко-красные, они цилиндрические, но как не идеально круглой формы, а как немножко слаборебристые. Вкусовые качества все отмечают, что у них очень высокие. Они используются и для засола, и для консервирования, и еще пригодны для фарширования. Вот которые вот такой размер плодов, вот такие как бочонками, их очень легко фаршировать. Товарная урожайность с одного квадратного метра 6-6,5 килограммов. Сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в защищенном. На один квадратный метр нужно размещать 3 растения. Ну и, как я сказала, не забывать пасынковать и подвязывать. И тогда у вас будет вот такой вот кустик. Вот он будет долго плодоносить. Видите, вот первые кисти поспели, потом дальше будут еще у вас, еще. Туда пошли уже меньше. И там еще цветы. Вот. И до самой высоты я их не ограничиваю, пока они у меня не упрутся в эту в стенку теплицы. Они мелкоплодные, сколько вызреет, столько и вызреет. Это я прищипываю только крупные, чтобы не измельчались томаты, а вот такие вот они идут вереницей до самого конца туда. Этот сорт пригодится для тех, кто будет заниматься цельноплодным консервированием, фаршировать томатики, потому что крупноплодные для этого не идут. Вот прекрасный сорт, перцевидный. В каталоге он у меня есть. Кто хочет, заходите на страницу, читайте описание сортов. Эти семена у меня в этом году будут в продаже. Кто не найдет в своем регионе таких семян, можете заказать мне. До свидания. С вами была Ольга Чернова. В Одноклассниках меня можно найти. Набираете город Бийск, Алтайский край, Ольга Чернова. Там все мои видеоматериалы, все фото. Заходите, знакомьтесь с описаниями, с характеристиками сортов, чтобы на будущий год, особенно начинающим, тщательно и внимательно подобрать разные группы, с разным весом, с разным сроком созревания, чтобы у вас был все лето конвейер свежих томатов, чтобы начали зреть с раннего лета, с конца весны и до самой зимы. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. Если вы все обдумаете в этом году, на будущий год обязательно вас ждет успех.